Добрый вечер, уважаемые друзья. Коллектив Самарской филармонии от души поздравляет вас с наступившим Новым годом и Рождеством. Удачи вам, счастья, здоровья. Сегодняшний вечер мы показываем спектакль «Исповедь души», посвященный творчеству Изабеллы Юрьевой. Спектакль пройдет в одном отделении. Сто лет мне исполнилось 100 лет. Какой большой срок, но вместе с тем и какой ничтожный. Ведь написано же в Библии, что когда-то люди жили по нескольку сотен лет. А теперь Господь отпускает нам все меньше и меньше. Почему? Почему именно в этот миг мне так безумно хочется жить? Жить, несмотря ни на что, несмотря на жестокость этого мира, на прошлую и настоящую боль, жить. Я хочу чувствовать жизнь. Я хочу любоваться солнцем. Я хочу видеть, как растут цветы, как весна приходит на смену зиме, как идет дождь. Я просто-напросто хочу дышать. Дышать жизнью, а значит, любить и верить. Так хочется.
Забавно, но вся моя жизнь поместилась вот в этом скромном альбоме. Здесь моя сказка. Сказка длиною в век. Как только жаль, что настоящую сказку распознаешь лишь тогда, когда она заканчивается. И тогда вспоминаешь с улыбкой каждую минуту и каждый миг и сожалеешь о том, что все уже прошло, и ничего больше не вернуть. А ведь так хочется иногда попасть в прошлое и снова испытать минуты счастья. Ах, как же хочется снова увидеть маму, папу. Как хочется снова обнять Иосифа и Володечку и сказать им то, что так редко говорила. Как я их люблю! Я приглашаю вас на диалог с моей душой, на откровение не только с вами, но и с самой собой. Быть может, я помогу и вам заглянуть в вашу душу. Готова поспорить, вы не так часто это делаете. Это будет исповедь моей души перед вами, перед собой и перед Богом. Знаешь? Да, вот это я. Это маленькая девочка с открытой душой и глазами полными надежд. Надежд на что? Да на то, что все у меня будет лучше, чем у всех. На то, что я буду самой счастливой. На то, что я обязательно буду любить и буду любимой. В то время больше всего на свете я любила дни своего рождения. Папа всегда давал мне немного денег, и мы с моей сестрой бежали за любимыми сладостями. И вот мне исполнилось 5. Бегу по дороге в кондитерскую. И вдруг в мое платьице вцепляется цыганка. Юбки пышные, шелковые, цветастые, пестрый платок. А позолоти ручку, на жениха погадаю. «Да есть у меня жених!» — солгала я. Но вижу, что цыганка не собирается отступать, и вкладываю в ее руку монету. «Жить будешь долго, сама цыганкой станешь, золотые кольца, бриллианты носить будешь, королевой назовут, на трон посадят». Будет у тебя и рыцарь, на руках тебя по жизни понесет. Мой рыцарь, мой Иосиф, он действительно всю жизнь носил меня на руках. Помню нашу встречу. Я на сцене, он в зале. Со мной, с молодой начинающей певицей, заключил контракт на выступление очень известный в Ленинграде администратор Рафаэль. Он обещал мне платить по 15 рублей за выход. Ему выговаривают: «Ну зачем ты связался с этой девчонкой? Да еще и хочешь платить ей по 15 рублей за выход! У нас столько получают известные певицы за целую оперу, а эта красотка получит столько же за 2-3 романса!» Но Рафаэль настаивал на своем. «Вы посмотрите на нее на сцене! Когда я ее слышал, я просто умирал, и вы умрете!» И вот известные администраторы и знатоки эстрады устраивают мне смотрины, прослушивание. Я вышла на сцену в черном бархатном платье с длинной ниткой жемчуга, волновалась просто безумно. Стою на сцене одна, как в лесу, ни микрофона, ни оркестра. А ведь надо держать зал. Тут только и понятно, кто чего стоит.
включай твои безумные мучания. Одну спела песню, другую, третью, слышу. Зааплодировали. А потом, как давай наперебой кричать, я ее возьму себе, нет, я. И вдруг поднимается молодой, красивый мужчина и, что называется, ставит точку. Позвольте, я возьму ее себе. Это был Иосиф Аркадьевич Эпштейн, директор театрального треста. Он поцеловал мою руку, проводил меня за кулисы и сказал: «Вы не только прекрасная певица, вы еще и очень красивая женщина». И этот комплимент он повторял мне на протяжении 46 лет до самой своей смерти. Он относился к тому редкому типу мужчин, которые любят один раз в жизни. Вот раз и навсегда. Боже мой, какая это была любовь, долгая и безоблачная. Ради меня он пожертвовал своей карьерой, сделался простым администратором, чтобы только постоянно быть рядом. Но вы знаете, иногда он писал очень талантливые стихи для моих песен. Мне сегодня так больно.
нашей любви. Я жду тебя, как прежде, но не будь таким жестоким. Настоял на том, чтобы свадебное путешествие мы провели во Франции у его родственников. Ах, Париж! Город-сказка! Сказка, которую подарил мне Иосиф. Знаете, в какой день мы прибыли в Париж? В день взятия Бастилии. 14 июля 1925 года. Боже мой, город просто утопал в цветах. Пароходы на Сене светились разноцветными гирляндами огней. Небо озарялось красочными фейерверками. Мы целыми днями бродили по Парижу. И Иосиф то и дело дарил мне цветы. Цветы были повсюду. Цветочный дурман смешивался с ароматами свежей выпечки, клубники, дорогих одеколонов и духов, и, казалось, сам воздух Парижа был пропитан ароматом цветов. Знаете, какое это счастье — ждать мужа. Придет домой уставший, голодный мой муж. Боже мой, как же это красиво звучит! Мой муж!
мы были счастливы с Иосифом. Как он заботился обо мне и о нашей горошинке. Рано еще до работы он вставал, чистил морковку и натирал ее на мелкой терке. Это было так трогательно. И вот после такого витаминного завтрака я начинала петь. Уже, конечно, не для себя, а для нашей горошинки. У цыган есть поверье: если петь перед животом матери, то ребенок обязательно будет музыкальным. Горошинка, ты непременно должен стать музыкальным. Вот когда ты подрастешь, мы будем с тобой петь вместе. Или лучше нет, я буду аккомпанировать тебе на рояле, а ты будешь петь. Спи, моя печальная, спи. Страдальная, грустная, стыдливая, вечно молчаливая, я тебе Какие все-таки заводные и искрометные эти цыганские песни. Через год я их пела в Москве для веселящейся публики. А в это время в Ленинграде мой муж Иосиф хоронил нашего сына Володечку. Я никогда не забуду тот день. Из Ленинграда раздался телефонный звонок. Володечка умер от врожденного порока сердца. Иосиф запретил мне ехать в Ленинград, сам помчался туда.
а я осталась в Москве. Обезумев от горя, совершенно пустой и черной душой, я вошла в кабинет директора театра и сказала: «Я не буду сегодня петь. У меня умер ребенок. Мы вам очень сочувствуем, но публика ничего не должна знать. Публике нет никакого дела до вашей личной жизни. Публика хочет веселиться. К тому же все билеты проданы, и вы должны петь». И я пела. Пела для ничего не подозревающей публики, вцепившись в рояль, а потом за кулисами рыдала и выла, как раненый зверь. Что-то грустно взять гитару, да петь песни про любовь, или поехать лучше к яру разогреть. Сегодня исполнилось 80 лет, как нет Володечки. Думала, за это время все слезы выплачу,
Оказалось, нет, всех слез не выплакать. Ребенок – это когда твое сердце вне тебя. Вот ты здесь, а сердце твое там. Потом только поняла, что любую боль бы вытерпела, лишь бы ребенок был рядом. А сейчас все, что осталось от Володечки, это память моя. Да вот этот конверт. Сразу после родов отправила его маме в Ростов. Приложила Володечкину ручку и Володечкину ножку к чистому листу бумаги, обвела их и вырезала. А нитка измерила рост. И все это вложила в конверт. А когда Володечки не стало, мама вернула мне этот конверт. Вот теперь и храню его. Иногда открываю. Вот сегодня открою. Вот ручка. Вот нитка. А сыночка нет. Между мной и тобой зыбкий час под названием вечность. Между мной и тобой не забытые мною слова. Сказал на прощание, что время нам раны залечит. Я была не согласна, я казалась права. Между мной и тобой города бытия, между мной и тобой новых песен чужие слова. Я-то знала всегда, что тебя не сумею забыть я. К сожалению, я оказалась права. И как вино печаль минувших дней в моей душе, чем дальше, тем сильней, как обо мне стихи сложил поэт. Болит во мне печаль минувших лет, как обо мне стихи сложил поэт. Болит во мне печаль минувших лет, болит во мне печаль минувших лет. Догорят и погаснут не нами зажженные свечи, и забудет о нас, и умолкнет людская молва.
Ты сказала на прощание, что время нам раны залечит. Я была не согласна, я казалась права. И как вино печаль минувших дней в моей душе, чем дальше, тем сильней, как обо мне стихи сложил поэт. Болит во мне печаль минувших лет, как обо мне стихи сложил поэт. Болит во мне печаль минувших лет. Ах, как все-таки в нашей жизни все мимолетно и быстротечно. Сегодня с чьей-то легкой руки становишься известной артисткой, а завтра – запрещенной певицей. Но разве могла об этом знать тогда юная самоуверенная гимназистка, которая приехала в Петроград поступать в консерваторию? Вот непременно в консерваторию. Мне почему-то казалось, что в консерватории меня очень ждут. Ну, конечно, только меня там и ждали. Моя сестра Тася, пианистка, студентка консерватории, повела меня знакомить с профессором вокала. Он выслушал меня и вынес вердикт. Ваш голос поставлен самой природой. И отказал. С чувством выполненного перед искусством долга. Боже мой, я, конечно, в слезы, а он еще утешать меня начал. Деточка, классическое обучение ваш голос только испортит. Пойте так, боже мой, пойте так, деточка. Что это? Все мечты, все надежды коту под хвост. Правда, профессор познакомил меня с одним замечательным пианистом, Алексеем Владимировичем Таскиным. Он аккомпанировал Анастасии Вяльцевой и даже выступал с самим Шаляпиным. И я тогда подумала, все, вот Таскин – моя последняя надежда, мой последний шанс. Если и Таскин откажет, все, пойду и к чертовой матери утоплюсь. Брошусь с Дворцового моста, его тогда только-только построили, вот и обновлю заодно. Иду к Таскину, ожидаю увидеть нечто величественное, а он выходит мне по плечо. Я сразу в наступление, я умею петь, я хочу быть певицей, вы должны меня послушать. Успокойтесь, успокойтесь. Может быть, для начала чашечку чая? Юной певице нужно согреть горлышко. Ах, Алексей Владимирович, какой же он был любезный, добрый и совершенно-совершенно невысокомерный. Я тут же почувствовала себя легко, непринужденно. И тогда он сказал, ну, а теперь пройдите к физгармонии. Куда? К роялю, деточка. Я подошла к роялю. Таскин сыграл несколько тактов вступления. Боже мой, какое же это наслаждение петь под его аккомпанемент. Будто разговариваешь. Так чутко он понимает каждую интонацию, так тонко чувствует каждую паузу, каждое слово. И смотри. Что
Вот и Таскин тоже остался доволен. И сказал: «Вы же готовая певица, вам нужно выучить 2-3 романса, которые вам нравятся, и с Богом на сцену! Конечно, вам не хватает опыта, но у вас есть то, чему невозможно научить. Природная постановка голоса и свой шарм. Вперед на эстраду!» Я летела после этих слов, как на крыльях. И совсем скоро Алексей Владимирович устроил мне протекцию, выступил со мной в театре «Колизей». А еще через несколько дней я пришла разучивать новые романсы и увидела, что на крышке рояля среди всяких нот и бумаг лежит конверт. Мой первый контракт и мой первый гонорар за выступление. Я схватила этот конверт, прижала его к груди и бежала домой, как сумасшедшая, не разбирая улиц, но на углу Галерной не выдержала, обняла фонарный столб и расцеловала его. А потом из консерватории вернулась моя сестра, мы с ней вместе залезли под одеяло, и она долго-долго рассказывала мне о том, что мне предстоит петь. Ты что же думаешь, все цыгане, которые поют, настоящие? Нет, моя милая, это ведь манера такая особая, стиль очень модный. Помнишь, как ты в детстве мечтала петь цыганские романсы? Да, ну какая же из меня цыганка, говорю я. Белая, белая цыганка.
еще много-много раз. А чего, да, почему на глазах слезинки? Это просто ничего, о любви поминки. Ах, раз, еще раз, еще много-много раз. Ах, раз, еще раз, еще много-много раз. Говори же ты со мной, гитара семиструнная, вся душа полна тобой, ночь такая лунная. Ах, раз, еще раз, еще много-много раз. Ах, раз. Еще много, много раз. На Рождество няня ведет меня в церковь. Ой, мне так нравится аромат смолки в лампадке и аромат ладана в церкви. Особенно зимой, когда снаружи вьюга и мороз. Я уверена в том, что в церкви живет Бог. И няня меня в этом поддерживает. Холодно. Зимой люди мерзнут. У каждого есть свой дом. Вот и церковь – это дом, где Бог греется. Ой, а в разговорах няни и черти, и ангелы так же реальны, как чулки и калоши. И я вместе с няней свято верю в то, что каждому человеку при рождении представляют и черта, и ангела, которые сопровождают его всю жизнь. По дороге из церкви видим, как мальчишки бросают камни в кусты. Няня прогоняет их и говорит: нельзя бросать камни, ведь в воздухе повсюду ангелы. Можно же попасть камнем в ангела. Смотрим, в кустах, мимо которых проходим, что-то шевелится. Я подхожу, а там голубь с перебитым крылом. Я беру его с собой, приношу домой и весь вечер провожу вместе с ним в кухне. А на следующий день голубь исчез. Няня сказала, что он поправился и улетел. А я не верю, но молчу. Я часто представляю себе, как выглядит мой ангел-хранитель, какие у него белоснежные крылья, мягкие и пушистые. Если мой ангел будет с перебитым крылом, я обязательно вылечу его. Весна не прошла, жасмин еще цвет. Звеняли соловьи на старых кленах. Ждала я в беседке, и ты пришел. И был со мной влюбленный нежный мой, шептал слова любви. Белая ночь, милая ночь, светлою мглой здесь нас укрой. И не спеши ты зажечь свет зари.
звучит, о мой любимый. Милая ночь, сон добрый фяй, няшина навяй, и со мной ты, мы вдвоем, я и ты. И снова весна опять отцветет, вновь соловьи звенят в аллеях парка. Зачем мне их пение? Он не придет. И сердце вновь так жарко шепчет мне о той другой весне. Пиши, ты зажечь свет зари. Милая ночь, сон добрый фяй, нежно навяй, и со мной ты, мы вдвоем, я. Иду как-то по Соборной площади, и вдруг меня пугает неожиданный взрыв аплодисментов. Оказалось, это вспорхнуло в небо вспугнутая стая голубей. И меня охватило счастливое чувство уверенности в том, что в моей жизни обязательно будет и утопающая в цветах сцена, и гром аплодисментов, и восторженная этой уверенностью, я с благодарностью раскланиваюсь голубям. А потом прихожу домой и сообщаю маме и отцу, что я обязательно буду певицей, вот непременно певицей, и только ей. Перед сном в постели пытаюсь представить себе день и час, когда впервые прочту свое имя на афише. Все пластинки, которые отец приносит домой, я знаю наизусть. Как в лихорадке, забыв обо всем на свете, кручу ручку граммофона и пою вместе с ним до тех пор, пока мама не начнет жаловаться от головной боли. Но как я могу молчать, если внутри меня все поет и рвется наружу? Ты напомнил мне вчера о том далеком, пережитом, позабытом полусне. Милый друг, ни разговором, ни намеком не ищи былого облика во мне. Но вот совсем еще недавно загорело сердце радостью в груди. А теперь, как это просто и забавно, мне сказать тебе лишь хочется.
чередою, и становится короче жизни путь. Не пора ли мне с измученной душою на минуточку вам знакомо чувство постоянного страха? Страха за то, что тебя или кого-нибудь из твоих близких арестуют, отправят в лагерь или расстреляют без суда и следствия. Кто бы мог подумать, что известная певица, любимица публики, будет по ночам вздрагивать от телефонного звонка? Помню, было уже далеко за полночь, раздается телефонный звонок. Беру трубку и слышу чеканящий голос. «Товарищ Юрьева?» «Да. А с кем я говорю?» «Сейчас за вами приедет машина, и вы поедете в Кремль на концерт». Иосиф говорит, что это чья-то глупая шутка, может быть, розыгрыш, что, конечно же, никуда ехать не надо. Но голос в трубке продолжает. «Вы не имеете права отказываться». «Тогда я прошу подозвать к телефонной трубке кого-нибудь из артистов, которые уже приехали в Кремль на концерт». И после долгой паузы слышу голос Ивана Козловского. «Пунчик, приезжай. Тебя здесь очень ждут». Пришла машина. Я заявила, что без мужа никуда не поеду. Мы никогда не расстаемся с ним. Офицер раздраженно начал говорить что-то о Кремле, о правительстве, но я уже знала себе цену и уперлась. Не поеду, и все тут. Прекрасно понимая, что офицер получил приказ без Юрьева не возвращаться. И вот и стою на своем. Взяли им мужа. И вот мы в Кремле. В банкетном зале меня посадили рядом с Калининым и Козловским. А на другой стороне стола я увидела фигуру Сталина. «Вот, Иосиф Виссарионович, белая цыганка приехала», — говорит Калинин. И Сталин с акцентом. «Изабелла Даниловна, вы хорошая певица, но не надо агитировать нас. Пойте какую угодно цыганщину, а советских песен петь не надо». Mm-hmm.
скрыт, и струны в нем дрожали, как и сердца у нас за песнею твоей. Ты пела до зари в слезах и снем огоня, что ты одна любовь, что нет любви. Непривычно рано разбудил громкий голос из радиоприемника. «Наше дело правое. Мы победим. Господи, Иосиф, выключи радио скорее. Это чья-то неудачная пьеса». Но Иосиф уже стоит на пороге, одетый, встревоженный. «Беда, заинька! Война началась». Уже на второй день после начала войны пою. На вокзалах, на пунктах мобилизации. Потом в составе фронтовой бригады отправляюсь на Карельский фронт, а потом в Сталинград. Специально для этих фронтовых концертов выучила несколько патриотических песен, но, вы знаете, они были совершенно не востребованы. Как только солдаты слышали мое имя или слышали мой голос, они сразу же начинали просить другое. «Сияла ночь». Только раз, две гитары. Как забыть эту войну? Разруха, горе, смерть. Как забыть глаза осиротевших детей, жен и матерей? А как забыть глаза солдат? Ведь многие из них совсем еще мальчики, и их могут убить в любую минуту. Помню концерт в освобожденном Сталинграде. Город – сплошные руины, смотреть больно. Сердце кровью обливается. Я стою, жду свой выход. На ступеньках автобуса, босая, туфельки в руках держу. Был очень сильный ливень, и кругом вода. И солдаты на руках вынесли меня к импровизированной сцене.
И я пела. О чем? Ну, конечно, о любви. О любви, о верности, о счастье. Успех огромный, а у меня ком в горле до слез. Люди так и страдались по мирной жизни, по домашнему уюту, по песне душевной. Спокойно и просто мы встретились с вами, душа зажила уже старую рану, но пропасть разрыва легла между нами. Мы только знакомы. Тебе когда-нибудь снится один и тот же сон? Вот мне часто снится один и тот же сон. Мое первое выступление. И снится жуткое волнение, от которого я все время будто бы проваливаюсь в огромную черную дыру. Я прохожу мимо афиш со своим именем и ничего, кроме ужаса, не испытываю. Это ведь я на людях такая смелая да отчаянная, а на самом деле боюсь, боюсь всего. Боюсь, что голос не так прозвучит, боюсь, что на концерт никто не придет, боюсь, что провалюсь. А больше всего боюсь, что меня хвалят из жалости, а значит, врут прямо в глаза. А вдруг на самом деле у меня нет ни голоса, ни таланта? И вот я на сцене. Ведущий объявляет: «Выступает дебютантка нашего вечера Изабелла Ливикова по старой калужской дороге». Я выхожу, начинаю петь, исполнила первый куплет, и вдруг комар влетает мне прямо в рот, раскрытый на верхней ноте. Я поперхнулась, закашлялась,
Убежала со сцены и подумала, ну все, вот это дебют, это же полный крах моей карьеры. Если бы была у меня коса подлиннее тогда, вот повесилась бы, ей-богу, не задумываясь. Но за кулисами меня успокоили, утешили, налили водички, а потом предложили вернуться на сцену и спеть заново всю мою программу. Ах, если бы вы знали, как меня встретила публика, как тепло и с какими аплодисментами! Я пела, 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 а они все аплодировали, аплодировали! И я еще пела без конца, много песен на бис! Влюбилась я в сапожника, забыла про покой. Хожу все время около сапожной мастерской. Гляжу я сквозь окошечко, сносила я, стоптала я на туфлях каблучки. Набойки надо новые, набойки на носу. Я нынче их любимому в починку понесу. Возьмет он мои туфельки, вздохнет. Гулялась, да только не со мной. Немало вам гулялась, да только не со мной. День пролетит и свежую вечернюю порой. В душистом парке встретимся сегодня мы с тобой. Пойдем, болтая весело мы вдоль Москва. Стучите в ногу с миленьким, вы звончик каблучки. Стучите в ногу с миленьким, вы звончик каблучки. Вы знаете, вот сейчас смотрю я на себя со стороны, как будто. И мне кажется, что передо мной проходит фильм. Кадры, кадры, меняются эпизоды, меняются лица. Уходят родные, близкие, а ты остаешься. Остаешься жить вопреки всему. Боже мой, ну почему, почему приходится уходить именно тогда, когда начинаешь все понимать? Вот сейчас подумала. А в самом деле, что я делала на сцене? Я любила. Я любила всех, кто пришел. У меня была любовь с целым залом. У меня была любовь со всеми вами. Я за один вечер могла сделать счастливыми сотни и тысячи людей, потому что ваше счастье – это же и мое счастье тоже. И эта любовь заставляла и заставляет меня петь снова и снова. Боже мой, какое же это наслаждение – хорошо петь. И когда мне это особенно удавалось, я просто рыдала от счастья. В такие минуты чувствуешь себя всемогущей царицей. И ты понимаешь, что ты больше, чем женщина. Ты становишься бессмертной, отрываешься от земли и летишь в небо. Thank you.
очи черные, очи страстные, очи жгучие и прекрасные, как люблю я вас, как боюсь я вас, знать увидела вас не в добрый час. «Исповедь души» принимали участие артисты Самарской государственной филармонии, лауреаты международных конкурсов Елена Кротова, фортепиано, Валерий Ксенофонтов, гитара, Сергей Коган, скрипка, Илья Миронов, контрабас, Дмитрий Власенко, баян, лектор-музыковец Самарской филармонии Ирина Цыганова. Лауреат всероссийских и международных конкурсов Оксана Антонова. С Новым годом, друзья! С Рождеством! Добра вам, любви, здоровья! Мы ждем вас в зале Самарской государственной филармонии. Всего доброго!